Российские студенты смогут получать льготные кредиты на еду и жилье. Такие суды банки при поддержке государства будут выдавать учащимся как платных, так и бюджетных отделений отечественных вузов. В скором времени правительство определит условия, размеры и порядок предоставления господдержки образовательного кредитования. Как заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко, такие кредиты гораздо более актуальны, чем суды на обучение. У ребят, приезжающих учиться в другой город, возникает проблема, на что жить. Либо они должны подрабатывать, и тогда у них начинает хромать успеваемость, либо искать менее интересные специальности, чтобы учиться рядом с домом, отметил Фурсенко.